дорогие друзья, меня зовут Алла, и сегодня у нас воскресенье, и мы пришли на праздник татарский, и он совпал с Новым годом, как бы у нас предновогодний такой. А вы можете сеансы? А какой праздник сегодня будет? Можете новогодний. Новогодний? Сегодня, да, встречаем Новый год. А, то с праздником вас. Спасибо вас. Всем здоровья, счастья. А то я думала, семейного. Еще татарский совпал какой-то праздник. Нет, нет, нет. Это наш... Ну да, ну? Новый год просто наши татары. А, все, понятно. Да, нас так мало, татарская каста. Да, да, да. Хорошо. Вы у нас будете представлять праздник, да? Да, да. Организаторы сказали. Да, мы организаторы, вот они, мы просто артисты. Ух ты. Да, распеваем. А вы откуда, с Ташкента? Да. Мы ташкентские, все с Ташкента. Хорошо, значит, будет весело, да? Будем надеяться. Не первый раз просто. Ничего, будем надеяться. Да, спасибо. Можно вас, красавица, снять? Пожалуйста. Откуда вы, ташкентские? Я ташкентская, да, я на Сабаде живу. А, это у вас центр татарский? Татаро-башкирский Яшлык, да. Ой, как хорошо. Руководитель бульвара Абдулова. А вы? Я тоже. Мы уже вместе. Мы все вместе. Ой, как хорошо. Спасибо вам большое, что вы нас пригласили. Да. Мы первый раз, надеюсь, вы сами, не пошли. Вы сами откуда? Мы тоже ташкентские. Ташкентские, да. Да. Ну вот первый раз мы. Да. Да. Спасибо вам. Да. Все ташкентские или из Чепчика, да, тоже? Ташкентские. А ведущий, я знаю, из Чепчика. Ташкентские. Вот ташкентские, да? Вот ты, руки поняла. Уже приучились все, да, с этим ковидом? Да. Мы находимся на Инусабаде, кафе Боссу. Ну, вообще-то Боссу нам сказали, а вообще Орзу написано. А в пригласительных Боссу почему-то написали. Оно небольшое такое, но уютное. Так что вы уже знаете, у нас Новый год. Я думала, это Новый год еще какой-то праздник татарский совпал. Два праздника будет. А оказывается, просто Новый год татарский. Дождичек накапывает. Сегодня дождик обещали. И поэтому накапывает дождь. Это я. Но я полностью не показываю пока платье свое. Ну, сегодня, как ни странно, видимо, дождь. Из-за чего? Из-за того, что я в платье. Обычно я люблю одеваться в брючные костюмы или брюки, там как-то комбинировать. Но сегодня я в платье. Для
вчерашняя музычка, чудая посамс. Кисемна сестрадарили Руслан Дуганнар. Мне, Аллаха шикар, заработ, кыткен, кайдам вес, ямайыл, якынлайыл бара. Шуше, матур кыннарге да життек. Бүгін біз шушы матур байрамны қаршылар ішін жиылды. Бик матур іті, якты імітлер білян қуады. Шотланып, жырлап, бейіп, туйғанши көңгәләшіп, рәхәтленіп шушы кішені үткәрі. Сізні яңа ел білян құстлары! Дамы и господа, леди и джентльмены, мы очень рады вас видеть вот в этом уютном, теплом кругу, чтобы отметить столь прекрасное событие – встречу нашего Нового года. И, конечно же, я так думаю, что вы тоже согласны встретиться с нами, с нашей командой. Это вся наша команда, вот эта прекрасная наша Гульнара является руководителем и солисткой группы «Яшлек» при Ташкентском государственном доме культуры при Юнусабаде. И вот эта прекрасная команда и ее девочек, помашите рукой, девочки, это группа «Яшлек», и они будут сегодня исполнять композиции под вот эту прекрасную аранжировку нашего диджея Руслана Абдулова. Ну и, конечно, как всегда, весь вечер будет вас радовать неутомимая, веселая ведущая Фания Камалова. Давайте друг друга поприветствуем. Мы сегодня собрались, мы так долго к этому шли. И, наконец, мы здесь. С Новым годом! С наступающим годом тигра! Бәхет сәлемәт ликкілін, бик яқшы тұрмаш сізге, мәхәбәт білен тұлсын. Күннәрегіз яқшы болсын, байрам білен күтлі, бақиғалар батур өлсін, барырғызда ұшын тілі. Пусть новый этот Новый год счастье, радость принесет, и успеха на работе, и всего, чего вы ждете. Пусть смеются ваши дети, пусть всегда вам солнце светит, пусть вечность канет все плохое с последним вздохом декабря, и все прекрасное, живое придет к вам утром января. Утром, друзья! С новым счастьем, друзья! Thank you.
гостей прошел. Столько много стран объездил. И где ж ты был такой веселый? Вот я недавно, перед тем, как сдать ПЦР-тест, проезжал через Татарстан. Серьезно, без ПЦР не пускают, не правда? Не пускают. Да. И еще знаешь, Куракутин требует. Да, мне тоже требовали. Да, вот этот самый Куракутин, я тоже везде Куракутин показывала. Вот я говорю, я был в Татарстане, и там такие прекрасные девушек я видел. Серьезно? Они такую прекрасную песню свою для всех нас. И ты не удержался, ты их с собой? Я их с собой пригласил. Все, посмотрим, кого с Татарстана привез наш Кышбабай. А ну-ка, Кышбабай, обрадуй нас своим сюрпризом. Вот и время пролетело еще.
попал. Я никак не могу сказать. А это молодцы! Давайте поаплодируем нашему Кышбабаю за столь прекрасное исполнение. Не зря он... Кышбабаю удался. Мал, говорит, мал вышел всем. Кышбаба. Кышбабай.